Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить тесто для хлеба и закваски. Закваска уже лежит. Вот, пожалуйста. Это мука из зерновой мука. Зерновой. Это очень вкусно получается. Вот, это сейчас в сторону. Сначала начинаем. Так, 400 сначала грамм. Ну-ка, сливаем. Если не просеивать, то у нас получается внутри вот столько остаток. Добавляем тут еще 400 грамм. То есть 400 не просеивая, еще 400 грамм. Вот у нас вот такая мука, пшенично-цельнозерновой. Сначала 800 грамм мука нужна, а потом, если понадобится, по чуть-чуть добавим. Посмотрим, сколько с вами. И вместе будем смотреть. И разное бывает, поэтому будем смотреть, столько мука понадобится сегодня. Из этого теста получается килограмм 150 грамм хлеба. Ну, посмотрим. Будем сделать два хлеба, чтобы не были большие. Вот. Теперь сюда делаем и добавляем бежащие наши хорошие закваску. Так, где-то 2 столовые ложка еще бежала. Второй. 30 грамм. Добавляем 200 грамм закваску. Так, килограмм муки, 200 грамм закваску я добавляю. Получается очень вкусно. Хлеб воздушный. Вот у нас закваска прям из них идет. Вот. Сюда добавляем, значит. Сейчас. Добавляем 2 столовые 2 чайные ложки соль. А почему надо одну? Но из-за того, что у меня морской соль, поэтому она слабая, поэтому мы добавляем 2 чайные ложки, извините. И сюда добавляем, так, сейчас я скажу, сначала 200 миллиграмм воды добавляем. Потом мешаем и посмотрим, сколько еще понадобится. Если не понадобится больше, то уже не добавляем. Работаем с ложкой, с столовой ложкой. И там и пока не работаем. Вот. Так, получается, 200 миллиграмм добавили воды. Комната температуры не из крана. Вот. И еще добавляем 100 миллиграмм. Посмотрим, что будет. Если понадобится еще добавить, если нет, то достаточно.
Да. Мука требует еще водочки. То есть 300 миллиграмм уже мы использовали. И еще используем 100. То есть 400 миллиграмм за 800, значит, грамм муки. 400 миллиграмм воды. 2 чайные ложки соль. И 200 грамм закваски. Вот. Все это помещаем. Помещаем и будем ждать. Посмотрим, что дальше будет. Вот. Так. Если у вас время нету, то сделали хлеб. Извините, сделали, готовили тесто и сразу в холодильник. В холодильник он тоже поднимется, не бойтесь, но не убежит. Если у вас дела там или куда-то хотите ехать, можно в холодильник. Вы придете, уже готово тесто. Вот как раз сегодня мне надо по делам ехать, поэтому я сейчас сделаю и приду, и мы встретимся и вместе будем печь хлеб. Но это каждые 20 минут надо вот так смешать, потому что она как-то воздух туда идет, кислород. И она пышная получается. Хлеб получится дырками и очень вкусно. Вот. Цельнозерновая мука — это очень полезно. Можно просто без... Я сегодня ничего не добавляю, только вот цельнозерновая, потому что очень вкусно получается хлеб. Мы любим так. Ну, я иногда сделаю, как с белой пшеничной, первый сорт. Но сегодня не буду. Вот. Так, тесто мы готовили. Она должна вот так. Но сейчас... Так, сейчас мы добавляем еще муки и будем руками уже работать. Вот. Сейчас достаточно. Теперь руки сначала помоем заранее, чтобы чистое было. Вот. Вот. Так. Тесто у нас такое прям готово. Вот. Теперь. Теперь мы добавляем сюда. Сейчас. Так, мы его сюда сделаем подсолнечное масло. Вот так. Даже можно вот так руками. Мажем вот так. Вот. И тесто отправляем сюда. Вот так. Ага. Теперь. Тесто у нас оставляем сюда, закрываем полотенце и отправляем в холодильник. Как поеду, приеду по делам, и вот сразу снимем холодильника, посмотрим, и потом уже начнем хлеб. Посмотрим, что выйдет от этого. Пришла из холодильника, снимала тесто. Она уже, видите, почти поднялся. Начинаем опять. Вот так берем тесто. Вот так тянем. Угу. И опять туда. И вот раз, два. Ну, как крестик. И отсюда сюда. И потом обратно. Все. Так вставляем. Угу. Вот так она вставляется. Тесто вот так опять закрываем и оставляем 20 минут. Через 20 минут опять возвращаемся и начинаем повторить то же самое. 3-4 раза. Так хлеб более пышный получается. И туда воздух, кислород, и она получается такой дыркой, когда режешь хлеб. Вот, и она такая хрустящая верхняя часть, и она очень вкусная. Особенно из-за того, что у нас мука цельнозерновая, поэтому будет хлеб очень вкусно. Час, 20 минут где-то вот у меня в духовке, в газовой
печется, не знаю, как у вас, и 190-200 градусов температура. Вот, еще раз, видите, как свечка поднялась. Надо вот так делать. Еще два раза и достаточно будет. Закрываем и оставляем еще 20 минут. Так, тесто у нас уже четвертый раз поднялся. Теперь кастрюля вот такую. Ставим пергаментную бумажку и тесто сюда вставляем. Такой руками, чтобы не прыгало. Вот так. И вставляем пергамент. Вот. Так. Берем нож и начинаем вот так резать. Будем рисовать. Вот так она будет выглядеть. Угу. Вот. И здесь оставляем 20-25 минут. И это время мы семечки подсолнечное масло берем, вот так мажем, а вот сверху сыпаем семена подсолнечника. Может, чиа семена, можно льняные семена. Что, кто как любит. Вот. Будет очень вкусно и красиво выглядеть. Вот, получается, вот она такая. Вот. Оставляем 20-25 минут. Тесто поднимается. И потом уже отправляем в духовку. Час 20 минут. Закрываем крышкой. И оставляем, пока тесто поднимется еще раз. Тесто у нас поднялось. Теперь мы отправляем в духовку. Час 20 минут. Хлеб уже пекли. Сегодня решили не две, а одну. Хлеб вот такой. Она еще горячая. Чуть-чуть остынет и будем резать. Вот, резали такие дырки. Вот она такая. Будем резать. Такой цвет, потому что уже из-за того, что цельнозерновая мука, вот она такая прям. Очень вкусно. Попробуйте. Всем приятного аппетита и хорошего просмотра.